Говоримо про роботу Служби безпеки України. Там показали морський дрон «Мамай». Ну, це був сюжет журналістів телеканалу 1+1, там розповідали про роботу так морських дронів і різних видів. І от щодо цього «Мамая», цього морського дрона, пишуть, що досі не знало жодне мас-медіа про в світі, навіть про те, що існує цей дрон. Станом на сьогодні «Мамай» – це найшвидший об'єкт у Чорному морі, він може розганятися до 110 км за годину. Є Сі-Бейбі, є ось цей морський дрон «Мамай». Романа Григоровича, на що вони здатні? І мається на увазі в їх кількості, якщо буде їх багато, так? Ну, здесь больше надо понимать, на что способен генерал Малюк, то есть руководитель Службы безопасности Украины, а я вижу, он способен уже на многое. То есть это уже служба, которая выполнила определенные задачи внутри службы, и я просто знаю контрразведчиков, всю службу, конечно, за всю службу говорить не могу, это пусть уже другие специалисты говорят. Но вот то, что касается контрразведки, перелопатили вдоль и впоперек всю службу на предмет кротов. Работают по выявлению наводчиков, то есть там целый процесс, который запущен. Ребята в поте лица, лично знаю просто многих, еще с 2014 года потерял друзей из этой службы, было и такое. Царство им небесное, но работает, сейчас зачищается СБУ, и вот такие интересные проекты, которые мы сейчас видим, почему-то не пошел авиационный проект службы безопасности, им надо просто какого-нибудь летчика к себе взять, который разбирается, не пошел, имеется в виду, по большим дальностям, они работают на малой дальности, на прямом управлении, но вот большие дальности оставили гуру, а надо эти процессы решать параллельно. Чем больше структур будет заниматься, тем лучше. Поэтому оно, тем не менее, вот, скорее всего, у Малюка все-таки больше тяга к морю. Купаться любит, потому на югах, потому, скорее всего, вот он и дал команду. Естественно, перераспределение сил, средств ушло на морские дроны. Очень неплохой морской дрон Си-Бэйби, он себя очень хорошо показал. И вот новый «Мамай», скорее всего, это уже усовершенствованный тот же Си-Бэйби, может быть, под другие задачи. Дело в том, что задач углиссирующих катеров скоростных может быть очень много, начиная от ретранслирования, то есть в работе ретранслятора, он может выполнять задачи по управлению или ретрансляции управления теми же Си-Бэйби, которые в основном работают в режиме дрон камикадзе, то есть «Мамай» может работать как платформа, стартовая платформа, в том числе и для других средств поражения. По подводных управляемых аппаратов, торпед, воздушных дронов, то есть у него хорошая система прямого управления, связь, скорее всего, через спутники, либо через ретранслятор. И этот дрон еще себя покажет, я так понимаю, к Новому году генерал Малюк готовит какой-то подарок нам под елочку, раз это информационный поток, это уже вышло. Ну, надо подождать, посмотреть, потому что удары, по крайней мере, службы безопасности в несвойственной для себя сфере, это все-таки сфера военная, это не спецслужбы сфера, но, тем не менее, они себя неплохо показали. Чекаємо, так і сподіваємося на гарні результати. Романе Григоровичу, купатися люблять не тільки, так, як ви сказали, Малюк любить купатися, а ще й гурівці Буданова. Але я хочу вас запитати про самого Буданова. У Москві знову його заарештували заочно і звинуватили його в теракті, причетності до атак безпілотників. Рішення ухвалив Басманний суд Москви. А в квітні цього року Лофортівський районний суд Москви вже заочно також заарештовував Буданова. Тоді його звинувачили у справі про вибух на Кримському мосту. Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, а от в принципі в цілому ось це рішення, так, ну воно ж може якби заважати, так, ну війна закінчиться, ми сподіваємося, так, і нашої перемоги якнайскоріше. Але потім ось ці рішення, які видають суди, так, російські, вони заважатимуть, ну, нашим от військовим? Ну, перше, генерал Буданов, це ж не паркетний генерал, це бойовий генерал, це який чоловік, який працював в полях. Є паркетний, є бойовий, є з полей. И это как раз генерал, который выполняет в том числе и боевые задачи до сих пор. Нельзя этого делать ни в коем случае руководителю, но это ж молодежь называется, играет что-то в одном месте и на месте не сидится. Потому до сих пор выполняет боевые задачи и в полях в том числе.
Естественно, под управлением этого генерала выполняются задачи на большой дальности. Вот если служба безопасности, по большому счету, должна работать до нитки, то ГУР работает за ниткой. И Москва – это как раз поле деятельности Главного управления разведки. Правда, непонятно, зачем они его арестовывают, они же уже его два раза похоронили. Два раза похоронили, потом два раза судом арестовывают. Ну, это такой интересный подход, конечно. Россияне тут ничего не возьмешь. У них проблемы с расчетверением личности, наверное, раз уже и там два, и там два. А у генерала неплохая задача, которая стоит, особенно сейчас, по уничтожению на такой большой глубине военных объектов на территории России и военных объектов, плюс, естественно, руководителей, которые этими военными объектами выполняют задачу, то есть руководство над этими военными объектами. Он, естественно, россияне боятся его работы. Его, имеется в виду, работы Главного управления разведки под руководством этого генерала. А вот здесь можно похвалить. В ГУРе, скорее всего, завелся какой-то летчик, который действительно выполняет эти задачи, ну, по крайней мере, корректирует работу и показывает, в каком направлении двигаться по производству дронов. Дроны доходят 500-700 километров, работают и по Москве в том числе. По большому счету нам как раз вот этот 500-километровый радиус, боевой радиус очень важен. Он выносит логистику противника, потому Буданову, имеется в виду Главное управление разведки, нужно добавить достаточное количество средств для производства. Они производят, скорее всего, на своей базе эти беспилотники, и воздушные, дальние, и надводные в том числе. Буданов тоже, скорее всего, вместе с Малюком, как минимум, в прорубь ныряет после бани, то есть там без проблем. Хорошие, толковые дроны Магура В5, недавно показывали, был видеоряд в информационном потоке, то в принципе, но по большому счету есть определенные законы физики, и все дроны примерно похожи друг на друга, а исходя из дальности, они даже по тоннажу, так сказать, одинаковые. Но это другой дрон, задача у него дрон «Камикадзе», они отработают и по этому направлению. Потому ждем в том числе и от ГУРа хороших новостей. Я думаю, они нас тоже порадуют вместе с Малюком. А все-таки вот эти решения заочные судьи, они ускладнивают там жизнь нашим військовым или нет? Вот все, что бы сейчас не делалось в Российской Федерации, начиная от введения Крыма в Конституцию Российской Федерации, а именно это разрушило правовое поле Российской Конституции. То есть, когда они чужую территорию ввели в свою Конституцию, а еще после этого еще 4 области соседнего государства ввели в Российскую Конституцию. То есть, сейчас, на данный момент, Российской Федерации как таковой не существует в правовом поле, просто не существует, они ее разрушили вот именно этим действием. Это Путин сделали, там околопутинские олигархи, или тот центр, который управляет Россией, но управляет ее развалом. Почему? Потому что чувствуется такая ладонь, по крайней мере, хорошего юриста, который уже на данный момент в 2014 году разрушил российскую конституцию, а значит разрушил все правовое поле, все, которая висит на этой конституции. Нет сейчас президента Российской Федерации. Просто его не существует, так как не существует серьезного правового поля Российской Конституции, естественно, всего правового поля, но и тем более судов, ну и так далее, и тому подобное. Никто на это обращать не будет. Тем более, что после развала России, а он произойдет в ближайшие там десятилетия, это точно, будет какая-нибудь город, Москва, его переименуют чечены на свой лад, там однозначно это будет чеченский город, потому что в свое время москвичи разрушили Грозный. Они пытались его там отстроить, но жизни не вернешь. Десятки тысяч чечен были убиты, геноцид чеченского народа российского россиянами. Это как то же самое, как и был геноцид ингушского народа в 92-м году россиянами. Кстати, под управлением того же Шойгу. Шойгу занимался в 92-м году. Тысячи ингушей были просто уничтожены. Села, несколько сел были уничтожены. Вот это все, естественно, распространилось потом и на Чечен. И я думаю,
чечены, когда займут Москву, то они эти бумажки, по крайней мере, я так думаю, подарят Буданову, ну, для того, чтобы там себе где-то положил и внукам показывал, или правнукам, по крайней мере, показывал, что была когда-то такая Российская империя, которая его пыталась арестовать.